Мастер спорта из Чувашии Виктор Семенов выиграл чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов. Он поставил новый мировой рекорд по спортивной ходьбе на 3000 метров среди атлетов старше 65 лет. Мастер спорта СССР признается, что с детства знал, кем станет. Подвижного и энергичного ребенка тренировал его старший брат Василий. На соревнования и олимпиады братья ездили вместе. Победа! Нежданная, она дороже вдвойне. Все эти годы Виктор Семенович не переставал заниматься ходьбой. На недавнем чемпионате России в своей возрастной группе атлет прошел дистанцию в 3000 метров за 15 минут 24 секунды, улучшив при этом действующий мировой рекорд на 14 с небольшим секунд. Я стартовал, пошел, и выиграл. Ну, потом посмотрели, результат такой хороший, в возрасте 74 года. В этом возрасте ежедневно тренироваться невозможно, просто организм не выдерживает. Поэтому я делаю паузы, там, бывает, что иногда один день, иногда, может, даже два дня приходится, потому что мышцы не восстанавливаются, болят, ничего не говорю, есть такое, но терпеть приходится. Известный спортсмен работает тренером. За свою карьеру он подготовил 13 мастеров спорта, в том числе призера Олимпийских игр по легкой атлетике Елену Николаеву. Сейчас, по прошествию времени, Виктор Семенович убежден, тренируя талантливых молодых людей, он сам заряжается энергией. С Виктором Семеновичем я занимаюсь уже 3 года. За эти 3 года я успела выполнить норматив кандидат мастера спорта. А наш тренер очень грамотный, мне очень нравятся тренировки, они тяжелые и правильные. А он нам передает свой опыт. Занимать первые места в различных чемпионатах по сей день мастеру спорта помогает свой рецепт. По словам мужчины, в каждой гонке он преодолевает себя. Его внутренняя победа помогает ему побеждать и других. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Александр Атиков, Республика.